Всем привет! Если вам нравится сериал «Постучись в мою дверь в Москве», ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Сразу хочу напомнить, что новые серии выйдут с понедельника по четверг. А перед началом анонса хочу всех поблагодарить за просмотры, лайки и комментарии. Саша и Люся решают поговорить со Светой, чтобы отговорить ее заводить отношения с Филиппом, потому что они считают, что все это ни к чему хорошему не приведет. Алина так не может избежать встреч со своим бывшим, поэтому каждый раз, когда они сталкиваются, возникает ссора. Сергея мучает совесть, но он все еще боится рассказать Саше правду. Вместо того, чтобы набраться смелости и открыть ей истину, он решает ее бросить, сказав, что их отношения мешают его карьере. Саша не верит Сергею, но она не может понять, что именно его заставляет принимать такие решения. От обиды она захочет уехать, и как раз в этот момент она узнает о том, что ее бабушка все оплачивает. Так как она считает ее виновной в гибели родителей, Саша испытывает самые негативные чувства по отношению к ней и все время на нее злится. Также она поссорится и со своей тетей. Позже Саша захочет отомстить Сергею за то, что он ее бросил. Руслан, видя все это, решает предложить Саше работу, чтобы поддержать ее в трудный момент и помочь ей стать независимой. Немного подумав, она соглашается. Так что Саша и Сергей будут каждый день видеться в офисе. Саша поймет, что причина расставания никак не связана с работой Сергея, и она захочет докопаться до истины. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.